Друзья мои, сегодня я хочу подарить вам такой переделанный стих. Я очень любил в детстве такие детские стихи. Я думаю, многие на них выросли тоже. Стих, один из моих любимых, Джани Родари. Стих о том, как пахнут ремесла. Да? Я вот решил, знаете, на злобу дня чуть-чуть переписать этот стих, для того, чтобы вы поняли, а что же происходит в нашей стране. И поняли, что стихи, написанные в те давние времена, они очень актуальны и сегодня. У каждого дела запах особый. Пахнут диктаторы страхом и злобой. Мимо парламента ходишь порой, пахнет деньгами, воняет слугой. Куртка нардепа пахнет духами, блуза рабочего пахнет слезами. Пахнет диктатор Бриони и кровью, а узурпатор последней гастролью. Пахнет кондитер офшором Панамы, люди простые, лишь пенсии мамы.